Привет, все, что ты делаешь, все правильно. Здоровья тебе от семьи майор. Привет, Ленусик. Такая же у меня фамилия. Аня, привет, твои с тобой. Спасибо, родная, спасибо. Поэтому, короче, вот такая вот фигня. Так, я был 130, стал ходить по накурке с музыкой или какой-то полезный контент на ютубе врубил. 15 тысяч шагов, и через 2 месяца минус 30, через 3 минус 40. Шикарно, шикарно. Так, если язва или... если язва или гастрит? Слушай, ну, я перед операцией там глотал зонд. Ну, я как бы глотал не по причине операции, потому что у меня там, короче, какой-то дискомфорт я ощущал вот в районе желудка. И... я пошел обследовался, там глотал зонд, мне прописали там лекарства, я пролечился. И в процессе лечения я принял решение делать операцию и погнал на операцию. Вот так вот. Ну, я думаю, что язва, как бы я думаю, оно отрежется все равно. Потому что удаляют 80% желудка. Ну, в моем случае. Я знаю, там бывает меньше удаляют, но в моем случае удалили 80%. То есть максимальный объем желудка у меня сейчас 140 грамм. Поэтому это надо с врачом консультироваться. Если там созреете, вот врачи, вот где я делал в Буче, там как бы люди уже на этом зубы съели, там два таких хирурга уже с опытом большим. Взрослые уже дядьки. Поэтому проконсультируйтесь, и вам все скажут. Здорово, ты откуда? Киев. А что там Чечен несет? Так, а как стрижка называется в парикмахерской? Полубокс? Это никак она не называется. Просто подстригли, да и все. У меня нет чувства голода, я просто ем весь день по чуть-чуть и не могу остановиться. Ем даже без голода. У меня такая же херня была. Я хавал от того, что скучно. Вот типа там, блядь, втыкаешь, втыкаешь, что делать? Да пойду что-то сожру, блядь. Вот такая вот хрень. И такой... лежишь, ящик смотришь, да пойду что-то сожру. Пошел, пожрал, опять лег. И вот такая вот фигня постоянно. Ну это, бля, это ужасно, честно. Это просто жесть. Так, глянь, шаломчик вам. Глянь, скоро пойдешь на прыжки с шестого. Да, скоро форточником буду. Так, что с чатом? А что с чатом? Блин, я не знаю, Ксю, что оно таке. Так, он пишет, что все нормально. Когда на рыбалку? Барт, не знаю, может быть завтра, а если не завтра, то уже тогда или в воскресенье после базара, или в понедельник поеду. Ну, может быть такое, что и завтра поеду. Если погода будет нормальная, то может быть завтра чухну и в пятницу вернусь. Так, Сюнечка, гарного дня. Так, детка, что детка? Не, Славка, не забуду. Я сейчас вот это повтыкаю. Стрим, постримлю чуть-чуть. Если не перезвонят на закупку ехать, то сейчас сразу поеду на почту. Так, я ухилянт. Да это твои головные боли. Мне вообще насрать. Я вообще не сторонник там людей. Называть ухилянтами, не ухилянтами, это как бы ихнее дело. У каждого своя жизнь. Что хотите, то и делайте. Я так считаю. Так, бля, 80% это жесть. Блин, ну, чего жесть? Ну, не, ну в целом жесть, понятно. Но я просто к тому, что это стоило того. Ну, я не жалею ни грамма, что я пошел на такой шаг, вот вообще не жалею.